Привет, дорогие зрители, это метро Last Light, и мы с вами продолжаем наше прохождение. Иди уже скорее, тревогу подымут, и тогда крышка, всем крышка. Да иду, иду. Выкрути лампочку! Слышал, что? Нет, ничего показалось. Зато уродина, что ты наши гены поганишь. На! Ай! Нет! Не надо! Давай на ту сторону, может там выйдет подняться. Встретимся наверху. Не пуха! Давай, удачи. Месяц. Что? Парень, открой клетки. Да, молодой человек, вижу, что вы сюда не на прогулку. Постарайтесь все же потише. Мне за вашу неудачу расплачиваться неохота. Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт, в караулке. Да я понял. Еще добраться надо. Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие урода. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны, сморщенной, вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец с ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то. Ты этот... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть, гер обершарфюрер. Отлично, черного продали на ганзу. Так, черный. Черный продан торговцам с ганзы. Мертвый ботанический сад всегда был гиблым, безлюдным местом. Сталкеры начали обходить его задолго до того, как черные построили там свой улей или город. Во всем мире только я один и хотел попасть в ботанический сад по своей воле. Но теперь там оказались сталкеры Рейха. Эти поборники расовой чистоты почти никогда не вылазают. Эти поборники расовой чистоты почти никогда не вылезают за пределы своих станций в центре Москвы. Что они забыли на дымящихся руинах ботанического? И почему Анна не выручила меня? Дочь мельника ни за что не бросила бы товарища в беде. Что если они тоже схватили ее? Она грубиянка и пацанка, и я ей, кажется, совсем не нравлюсь, но я беспокоюсь за нее. Ну ты даешь, парень, как ты его? Тише, тише. Вырубить нельзя было. Напихали нас. Не продохнуть. Не ной, скоро все-таки кто-то что-то слышал. Добрался, герой. Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Жми давай. Прячемся! Дай момент. Вот, так лучше. Кому там приспичило? Так мы казни не дождемся. Вы со мной шутки шутить будете?
Ну-ка, вылезайте! Да не слышно, нифига! Пацаны, ну что за приколы? Серега, ты... Гляди, в следующий раз не открою! Ты меня знаешь! Это уже не смешно даже! Давайте теперь в прятки играть, блин! Как маленькие! Серега! Что? Выпустите! Выпустите нас! Там наверху пульт! Можно открыть все камеры! Не могу! Закрывай! Закрывай, шлюз! Парень, я хочу жить! Внутренний блок нашли! Теперь самое веселье будет! На вот, держи! Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Эх, гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Ну, поскакали. Ты иди низом, а я сверху. Прикрою, если что. Давай. Минус один. Хорош. А где его ублюдок? Под ним, что ли? Или исчез? Ладно. Да нету там на стеллажах ничего. Глаза разу. Коробки лежит. Ну вот, смеюсь. Накачу напоследок. Мы вынуждены делить его с теми, кто не заслуживает жизни. С коммунистами, которые дышат нашим воздухом. С продажными капиталистами с Ганзы, которые дышат нашу воду. Твою мать, серьезно? Вот чушь, так может случиться. Ладно, ему пофиг. Ё-моё. А? Что? А? И чего? Спи. Так. Выкрути, Артём. Вот, так лучше. Тихо-тихо-тихо, на корточках, на корточках. Что? О, мои стволы. Чё это? Ладно. А? Сам фюрер выступает. Это он нам подарочек сделал. Они тут все соберутся, и охрана вся. У нас на линии в этом плане то же самое. Тут у нас что? Так-так. Ясно. Эй, давай сюда! Погоди. Свобода. Освободить пленников. С отклонениями большинства. Мутанты. Кого ноги, руки, кого что. Да. Заканчивай экскурсию. Надо идти, пока шабаш не закончится. Да сейчас, глянь сейчас. На той стороне. Там должен быть такой же выключатель. Говорят, фашисты по всему метро ловят людей с такими особенностями. Они-то их просто зовут уродами. Я думал, брехня, а оно вон как выходит. Борются паскуды за чистоту человеческой расы. Говорят, мол, если мутанты размножаться будут, через 2-3 поколения все население в метро выродится и вымрет. Если вообще столько проживет. Надо и быстрее. Нашел? Да погоди, ё-моё. На, нажал. Пошла, родимая. Как откроется, ты давай сразу внутрь, а я за тобой. Ты
поскакали. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Ну что, пока все тьфу-тьфу-тьфу! Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. Черный побывал тут, в концентрационном лагере Рейха, но теперь его тут нет. Что ж, надо идти по его следам. Задание, которое мне дал Мельник, никто не отменял. Я найду Черного. И потом решу, что делать. Если тот фашист говорил правду и детеныша продали торговцам на Ганзу, он теперь может оказаться где угодно. Ганза – кольцевая линия московского метро, союз торговых станций. На ней все еще действует регулярное сообщение, ходят грузовые и пассажирские караваны. За день Черный может оказаться на другом конце метро. Я его уже упустил. Не понимаю, как Черный сбежал пыток и казни. Ведь если фашисты вешают людей только за то, что у них неправильная форма черепа, то такое создание, как Черный, должно казаться им воплощением зла. За мной, не останавливайся! Но они же воздействуют на сознание. Мы же слышим, что тот фашист сказал. Охрана, дорогу! Эй, удача улыбнулась нам. Наша разведка обнаружила настоящее Эльдорадо. Легендарный подземный комплекс Т-6. Грандиозные склады, которые ломятся от еды, лекарств и оружия. Там хватит консервов, чтобы Рейх был сыт 100 лет. Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных. Но Т-6 захвачен Спартой. Продажная Ганза и голодные коммунисты тоже точат на него зубы. Они истекают ядовитой слюной. Они хотят покуситься на священное Эльдорадо. На то, что наше по праву. Но мы его не отдадим. Слава Рейху! Не потерпит посягательств на наши права. Пришла пора готовиться к великой войне. Это будет последняя война. И она станет триумфом нашей расы. Стальной кулак легионов Рейха уже занесен для удара. И если шакалы не отдадут нам Д-6 сами, мы возьмем его силой! Слава Рейху! Слава! 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 Господин штурмбанфюрер! Что там еще? Побег! Двое заключенных! Черт подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найти немедленно! Ничего! С дороги! За мной, Артем! Хватайте этих свиней! Шпионы! Сюда! Артем! Скорее! Огонь не открывать! Прекратить огонь! Прыгай! Черт! Сильно задело! Держись, Артем, держись! На, сука, получи! На землю, сука! Остаюсь! Не стреляй, остаюсь! Держись, Артем!
казалось невозможное. Теперь моя задача предупредить Орден, что Черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда Черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб Ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. Ты как там, живой вообще? Молодцом, броник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Мощно. Ну все, приехали. Делать нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной. Выбраться с территории Рейха. Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, Рейх все же. Ага. О, труба! Артём, давай сюда! Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Чёрт! Эй, чё за... Шпион, хватайте его! Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост! Слышь, а если он не один тут? Твою мать. Внимание, второй пост. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято. Проверяем. Ныкаемся. Черт знает, что творится. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно, а надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем. Что у тебя? Знаешь, давай до тупика пройдемся. Пока мы храбры. Так, на всяк пожар. Правильно, правильно идите. Я, кстати, вспомнил, наверное, еще отличие редакс-версии Metro Last Light от обычной, то, что, ну, тут есть сейфы, вот эти с денежками. Да и все на этом. Что? Так. Спасибо за патроны. Так, это не наша. Точно. Наверное, шпиона этого. А вместительная. Тут их влезть ого-го могло. Что? Ты прав. А теперь отдыхай. Мерси. Оп. Черт, те же вроде да вообще не люди были. Твари какие-то, не? Уроды как есть. Кожа черная, причандалов нет вообще. Хрен знает, как размножаются. Глазищие без белков. А еще, говорят, как эта тварь тебя увидит, в глаза пацаны! Посмотрит
Тут Колян, тебе Серега, и капут. Вы где там? От боли умираешь, где стоял. Чего я Брик из копыт. Ну и правильно, Ильма. Мы не такие. Он, Мишка на белорусской повадился в бордель. И срезался там в какую-то сучку. Стал ей заливать про жизнь в рейке, что хочет жениться. Наверное, чтобы давала бесплатно. А она, дура-то эта пробита, и поверила. Прибежала на пост. Хочу типа к своему жениху. Ну и что? А то! Ничего так девка была. Смазливая, все дела. Но с хвостом. С каким еще хвостом? С натуральным. Вроде щенячьего. Уродка, я короче. Ее, как положено, загнали первым делом в фильтрационный пункт череп мерить. Ну, хвосты нашли. А Мишка-то? Он что, до хвоста этого не добирался, что ли? Прикинь, лошара! Вот и гауптштурмфюрер так сказал. Чего это? Опозорил, мол, рейх. Заморал мундир. Вот тебе, говорит, швабра. И либо ты ее сейчас этой шваброй мочишь, либо завтра с ней на виселицу. Ну, баба сразу визжать давай, мол, родненький, пожалей, люблю. Черт. Ну, Мишке-то что делать? Страшно-то швабру как? Сломал, но уродку эту забил. Строгачом отделался, а в общем. Вот сволочь! Под выговор тварь подвела. Трындец. Сапут прохудился. Зараза. Вовремя я в армию пошел. Вовремя. Говорят, опять нормы новые. А у нас тут черепа не меряют. Да. Так, ну ждем, пока разойдутся. Скотство все-таки. В пехоту попал. Нет бы в охрану тюремную. Вот где жизнь. А, новый пистолетик. Фу, вечно под конец смены так. Будто смотрит в спину мутант какой. Фу. А, что? Это еще кто? Да никто, показалось. Ага, это обычный сейф. Кто идет? Да тихо ты. Истошные крики фюрера многое прояснили. И нападение на наши патрули, и взятие меня в плен. Существование Д6 уже давно не тайна, и на метро действительно надвигается новая война. Да. Все уже все знают. Ну и Мельник-то говорил, что скоро война. Б. Нефиг спать. Ух ты, какой поезд. А, что? Сдаюсь! Не стреляй, я сдаюсь! Правильно, правильно. Я сдаюсь, не стреляй! О, вторая. С таким проводником, как Павел, не пропадешь. Кажется, он бывал тут раньше, и странности Рейха его не удивляют. Хотел бы я знать, что за задание он выполнял. Но поговорить как-то не получается.
А ведь Павел, похоже, знал заранее даже о подготовке Рейха к войне. Для меня это было откровением. Байки и хранилище, которые мы обнаружили в D6, уже расползлись по метро. Орден не собирался присваивать себе эту находку, но времени объясниться остается все меньше. Рейх уже готов вцепиться в глотку Ордену и отбить хранилище. Что же будет, когда о бункере узнают Красной линии Ганза? Вот о какой войне говорил Мельник. Да, да, именно о ней. На всякий случай, отдыхай. О! Чуть не пропустил. Ага. Видимо, не убил парня. Хорошее действие. Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый. Какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Артём! Блин, Артёмыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол, это за мной. За мной идут. На вешалку. Давай, брат, не подведи. На тебя вся надежда. На выход, крыса краснопузая. Либо ты тоже с уродством, либо мать твоя шлюха. Ах ты? Ну давай, скажи, моя мать шлюха. Говори, дрищ. Значит, ты у нас получаешься уродом. Раз твоя мать урода рожает. Нет. Так, найти и спасти Павла, стараясь не поднять тревогу. Попробуем. Нет! Моя мать шлюха! Вот, что и требовалось доказать. Раз она шлюха, значит, скажи маме, мы зайдем в гости. И ты еще только вякни что-нибудь про моих детей, ублюдок. Понял меня? Вякни, и мои следующие дети будут твоими братьями. Эй, погодь, не убивай его. Мне в сортир сбегать. Вернусь тогда. Зря ты его отпустил. Еще пару минут подушил бы. Мы б с мужиками по патрончику поставили. Ладно, в другой раз. Ну и уроды, конечно. Ну хоть пришел бы кто. Кого я вижу? Какие люди! Неужели оставил свой сундук без охраны? Хрена лысого тут закончишь. Я говорил, нечего того склешнего было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что, урод. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Ганзу вздрючим, будут тебе и электрики, и шлюхи. И все бесплатно и круглосуточно, но позже. А пока вон поди на мост. Что? Так, ну свет мы вырубим. Где же? Где же фотография? Mm-hmm.
И попробуем отсюда начать. Ну вот, сменюсь, накачу напослед... Кто? Дед Пых, кто? А? Что? Войны захотел, придурок. Фига себе, комиссар, представлю и повышение. А, или это он про, про коммунист, я уже думал про своего. Какого хрена вам всем отменить? Что? Поспим. А? Кто это? Мужик, пощади, не убивай. Бери все, все, что есть, только не убивай. Прошу, не убивай. Над своими же издеваются, падлы. Как же я ненавижу эту жизнь. Люди, что звери. Я не знаю ничего. Оставь меня. Я молчок. Ненавижу их всех, чистокровок. Забирай все и оставь меня в покое. Не бойся. Все, все, ухожу. Человека пристрелить? Такого ничего не стоит. Да я тебя не трону. Так, дневник один. Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня сама, а твой в борделе остался. Вот он. Чего тебе поможет, ствол этот, когда красные за жопу фюрер возьмут. Дома? Юморист, фюрер, мать твою. Вон он тут. Так и сдохну теперь на часах. Так, сюда не вариант. Понятно. Не открыть. У меня все четко. Так, ничего там нет у вас. Ладно. Еще одно действие хорошее. Найти открывающий шлюз рубильник. Найдем. Ой, не сюда. Вот у вас тут конструкция, а. Сводить надо.
Выделываются в школе, училки хамит. Вот и покажу лоботрясу, чем двоечники кончают. Приведешь, а его помилуют еще. И тоннели рыть. Помилуют? Ага, сейчас. Петля же ждет. У нас тут без сюрпризов. Да что там смотреть вообще? Дергается, по ногам моча течет. Тоже мне зрелище. Чего мы не видели там? Для тыловых крыс самое оно. Дисциплинирует очень. Ладно, хрен с ним, с краснопузом. Может, с козла пожарную? Ставлю патрон. Как вы легко об этом говорите, уроды. Пути-пути поплыл. Водолаз, блин. Так, теперь аккуратно. А? Так, вы меня не видели. А, вы тут еще и рыбачите. Эй, Алекс, на робку поверь, опять потухло все. Да-да-да, иди проверяй. Сейчас проверь. Ой-ой-ой, куда ты пошел-то? Странно, куда-то он не туда. Ладно. Видимо, это не к нему обращались. Извини, старый. Ага. Метро почти никогда не знало мирной жизни. Единая система управления станциями просуществовала всего несколько лет. Все развалилось само собой, когда стало ясно, что мира больше нет. Что слухи о том, что президент и правительство не погибли, а бежали куда-то за Урал, это просто слухи. И что Россия никогда не возродится из пепла. С тех пор каждый был сам за себя. Станции превратились в города-государства, и вчерашние соседи стали непримиримыми врагами. Чтобы выжить в метро, надо бороться. За еду, за воду, за воздух, за каждый квадратный метр, пригодный для обитания Земли. Из 200 тысяч спасшихся метро в судный день, сегодня жива лишь четверть. Ганза, Красная линия и Рейх разрослись только потому, что были сильней и дрались отчаянней других. Но никогда за эти кровавые 20 лет не было, чтобы воевало все метро сразу. Что если наш крошечный подземный мир ждет новая, последняя мировая война? Тогда все будет еще хуже. А это что? Вырубил. Заклиненный! Весь мир голодный
всех и рабов. Ай, яки, ай, кипит наш разум. Возмущенный и смертный. Ах, бой. Так, Пашка, держись. Полевой суд над арестованным шпионом красной линии начинается. Всем подданным рейха, свободным от трудовой повинности и дежурства, рекомендуется явиться. Именем великого рейха, красным шпионом, взятый из Парижа, на территории секретного объекта, военным трибуналом приговаривается к смертной казни через повешение. Всех не перевешайте! Фу! Смерть фашистам! Соседи всех... Наступит еще наш час! Слава рейху! Артём! Уходим! Скорее, сейчас тут такое начнется! Давай, давай, сваливаем! Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полису. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Ну что, друзья, давайте-ка здесь мы с вами прервемся и продолжим уже в следующей части. На этом у меня все. Надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Все как всегда. Увидимся с вами в ближайшее время. Пока.